Импровизации никакой нет. А можно я так упрусь, да? Засмущали. Зачем этот стол? Это я держу его, а не он меня. Сейчас обязательно микрофон говорить? Нет, да. Сейчас такой интересный период, новая работа. Сейчас на это. Да, я вообще из Закарпатья, это отдаленный район Украины, область. Вот моя жена Саша из Севастополя. Я долгое время жил там и решил, и в какой-то момент переехал сюда и решил ее забрать. Вот. Мы 2 года не общались. Я такой: выйди за меня замуж. Если как, это было так. Она сказала мне нет поначалу, я потом такой: в смысле нет? Все, вот мы женились 2 сентября, не 3-го, это было при тебя. Я ближе к свадьбе начал напевать песню, календарь, мы же нет, не 3-го. Вот, и мы служим в Ургасе в церкви, занимаемся тоже молодежным служением. Пастор передавал привет всей церкви. Да, пастор передает привет. Я не знал. Хорошо, передадим, приедем. Вот. С Ромой познакомились в 2021 году на конференции. Вот с того момента мы очень много и часто общаемся, созваниваемся, списываемся, служили в лагере вместе. И надеемся, в этом году тоже будет лагерь. Надеемся больше своих ребят привести. Они тоже такие достаточно стеснительные ребята. Да, как я. Поэтому вот так вот немножечко. Здесь приехали отдохнуть, пообщаться с ребятами, перезарядиться как-то, потому что работа, рутина затягивает, и иногда просто нет сил на какие-то вещи. Вот, и поэтому перезарядились, отдохнули. Ну, завтра домой. Нет, сегодня домой. Завтра на работу. Каждое утро просыпаемся, выходим на кухню, Алечка такая приходит. Вы кто вообще? Вы что до сих пор тут? Вот, поэтому вот так вот. Очень рада здесь быть. Первый раз здесь на служении. После лагеря обычно сразу уезжали, а ребята все ехали сюда. И мы такие, настало время. Вот, в принципе, все. Еще у кого-то свидетельство? Нет? У нас сегодня, кстати, именинники есть.